Приветствую вас, Анна-Мария. Странная немного ситуация, если честно, получается, судя по вашим словам, очень странная ситуация. И вот почему. Вы говорите, что я начала общаться с парнем. И вы говорите, что когда мы выпьем, нам вместе хорошо. Если вы только сегодня начали встречаться с парнем, то, простите, откуда вы знаете, что вам хорошо, только когда вы выпьете? Откуда вы это можете знать? На что вы опираетесь в своих суждениях? Ну, понимаете, какая штука? На что вы опираетесь? Вот именно на что? То есть у вас есть опыт какой-то уже, как вы говорите. Вот. То есть вы говорите, что, значит, ну, что когда вы выпьете, вам хорошо, да, но, так, а сколько времени вы вместе тогда, и как это связано, знаете, то есть вот это вот, не совсем, на мой взгляд, здесь понятно. Далее я не очень также понимаю, да, в чем конкретно ваши претензии и в чем конкретно состоит ваш вопрос к психологу. То есть вы его вопрос, я имею в виду, не задаете. Вы не задаете вопрос к психологу. И чем вам помочь? Какой помощи вы хотите от психолога? Вы пишете, что он любит другую, и что он, значит, вам честно об этом говорит, когда пьян. Опять же, да, не очень понятно, когда пьян, но вы начали общаться только сегодня, и ну, вы позволяете ему общаться с собой, да, несмотря на то, что знаете, что у него есть чувства к другой девочке. Вот. И привлекает вас. Получается то, что он вам говорит про
то, что без ума от вас. Получается. То есть вас это больше всего вас это привлекает, видимо. Видимо, вам больше всего нравится именно это. Что он говорит, что от вас без ума. Вот. И дальше вы демонстрируете неуверенность в себе и, значит, свою потребность в отношениях. Вот. И ваша месть, ну, которую вы, значит, хотите ему сверчить, да, то есть привязать его к себе и, соответственно, уйти от него. Это очень похоже на манипуляцию. Конечно, вопрос заключается в том, что вы готовы для этого сделать, и готовы ли вы разбираться, например, в себе, да? Но это уже детали. Это уже именно вот детальная история, это вопрос именно индивидуальная работа с вами. Вот. Такая вот история. То есть я бы начал с того, чтобы вы сформулировали сперва свои желания и потребности. Вот. Чтобы именно сформулировали бы их вы. И тогда уже, когда, ну, вы сформулируете то, что вам хочется, да, то, что вы хотите, какой вопрос к психологу, вот, я думаю, что можно будет вам оказать помощь некую. Вот. Такая вот история, в принципе. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Значит, если вам понравился мой ответ, буду благодарен вам его оценку в качестве лучшего. А я вам желаю всего самого доброго, удачи, и надеюсь, что ваша ситуация успешно разрешится самым лучшим образом, вот, и вы найдете гармонию, но сначала, конечно, имеет смысл разобраться в себе, да? Сначала имеет смысл разобраться в своих ощущениях. Вот. Все. Удачи вам.
Удачи, удачи и всего самого доброго.